Ой, что ж мне так хуёво-то? Письмен тоже хуёво. Тут он с один раз, потом второй раз, вот третий сейчас. И еще спать хотел, и уже... Уже сдержался. Вот такой вопрос тебе, кстати. С работы три раза изменяю. Как ты думаешь, кто такой Совший? Знаю, кто такой Совший. Остаток просто для возвращения близкон. Коллекция этих цифровых вещиц. Ждут предметы для улучшения для World of Warcraft, Diablo 4, Overwatch 2, Hearthstone и Warcraft Rumble. А чего же уже Warcraft Rumble? Кто? Warcraft Rumble. Что за Warcraft Rumble? О, Warcraft Rumble. А установить уже ранний доступ. Ну, к тебе раз должен быть, не берешь. Игра какая-то на телефон, блядь. Можешь сам зайти посмотреть. Я не знаю, о чем она будет. Она выходит в ноябре, да. И то юниты ходят, блядь. Челики у нас еще. Мне, короче, на следующей неделе понадобится твоя помощь. Кобольд. Гарпия, вот это 3-1, я помню. У меня в штуке, которую обрабатывал через нейросеть, она типа бесплатная, но бесплатная ограниченная тема в плане этого, по количеству загруженных фотографий. У меня кончились сети, то есть я хочу... А нельзя платить типа через Рашку? Типа через тебя я тебе аккаунт дам, ты платишь, я тебе перекину деньги. Если не плачу, а плачу. Потому что, типа, программа пиздатая в плане обработки. А еще мне слезки кап-кап. Попробуй, а других нет. Не, ну просто я другие пробовал, вот это прям пиздец красиво. Типа, ну, типа, да? Помнишь, как Джайну делал? Окей, окей. Джайну, типа, помнишь, делал? Вот она через это была прогонялась. Ага. Типа, куча скриншотов, которые я делаю, они прогоняют через ту программу. Просто в других программах баланс шума и баланс именно расширения фотки, они или выглядят криво, или вообще ничего не делают. То есть вот это только один сайт с одной нейросеткой, который нормально все делает. Угу. Ну, то есть она и Орин делала, блядь, типа, которая вот у меня в профиле стоит, и Джайн вот делала. Ты просто сегодня пиздец много потратился, блядь. Сука, пока ездил, блядь. Sincerely. Поэтому сегодня пиздец была вообще болит, блядь. You acted most rationally, so acknowledged. Well, good then. Ты пробовал сделать гитильянку, поиграл 5 минут, забросил. Создал тифлинга барда, блядь, потому что гитильянки, ну, такие уроды просто выглядят. Реально, ну это не то. Dog is unable to speak through the small bag he holds. I don't know. Maybe you can tell me. А мыло будет? Зачем? Умыться? Да, с веревкой, блядь. Так, ну что, нас Гор тоже ждет? Добрый день, Дерёбка, спасибо большое. А куда идти надо к нему? Вниз, я так понимаю, в Рамбал. Да. Бля, в третьем прохождении мы с Рафаэлом будем пиздиться, блядь. Ебать, там, конечно, будет куча всего интересного. Потому что сейчас к Рафаэлу, к Рамбал. Не помню, куда идти. Сюда.
Че, мы императору будем отдавать эти камни, получается? Ну, если по-другому никак, то да. Но Орфи — это хорошая концовка. Поэтому Орфи надо будет с другом рафалировать. Орфи мы не сможем управлять миром, правильно? Да, Орфи не сможет управлять миром. А нам нужно миром управлять. Значит, зашел то есть императору. Орфи — это хорошая концовка. Потому что, я так понимаю, хорошая концовка — это когда завершение всех сюжетных веток персонажей. А Лавзель не завершается, пока, блядь. Пока. Орфи. Пока Орфи в этой залупе. А что за фильм смотреть будете? Я не знаю. Олег мне скинул там фотку, что у него там всякие печанские кока-кольчики, блядь, гренки он сейчас там сделает. Говорит, пиздец, хватит. О, стоит. Стоит, блядь. Или не стоит? Не стоит нихуя, блядь. Наебал? Может, забаговался. Один из игроков сказал... Почему? А. В смысле, вот. А, угу. Ну шо, блядь. Я тебе сейчас въебу. Сохранюсь. А в смысле? А шо? А. Вот. А иди. А то. А кто? Я так не знаю, где искать это платье, блядь, которое... Это синее, блядь. Ну, популярный пиздец. Вот я прикидал там скриншоты, там, типа, эти... Сюдо Харди видел там платье синим. Может, там вот какой-то. Нет, это именно в игре где-то это платье. Просто реально не знаю. А хули мы сидим, блядь? Варя, блядь. Чёлочка нахуй, ты, блядь. Гребите. Пусть Мак, блядь, больше всех дох, блядь. Лежал, больше всех отдыхал. Пусть он, блядь. Ты видел, как Мак, вон там Мак, видел, как, ой, блядь, до сих пор горжусь. Какой я молодец. Шарицев, блядь, шарицев. Разъебал. Мне кажется, в третьем приложении у нас не возникнут проблем, блядь, на шаритах. Я еще не принял, какой класс хочу взять, блядь, в третьем прохождении. Что, Духар будет в темном сетям? Сидят он, смотри, посерединке, вдвоем улыбаются. Медиа-монаха была взяла. Поплавали, блядь. То, что монах вроде весело, блядь. Я слышал, что монах только к концу игры раскрывается. Да. Третий маг его. Ну как хочешь, блядь. Да, просто очень много атак у него, блядь. Он там по 6 раз бьет. Пофикси эту сцену, смотри. Только там первый раз мы проходили, тут было... Тут ты показывал себя Shadow Heart, а мы с Карлак стояли просто АФК там где-то сзади. Я даже никого создавать. Если Монаха там, то я Марсику какой-нибудь создавать. А? Если буду создавать это, то я Марсику какой-нибудь создам. Какой-то кликер нашел сегодня, который я раньше играл, оказывается. Немного. А где этот? Картошка? Да, картошка, блядь. И там, короче, по Dungeons and Dragons такая вот тема. Прям... Mm-hmm. Просто... А, подожди, ты во что-то сегодня играл, блядь? Idol Champions. Да. Там этого Минска же добавили, Астариан там есть. На обложке Минска просто увидел, да. Там раньше Астариан был на обложке. Я зашел, там, типа, карту посмотреть, там Baldur's Gate есть. Все вот эти вот города. Надо бы не плевать город, что можно тут где-то стоять. Ну, туда показано. Встретить с горшем у входа в водоем. Да? Бля, захочу вот тебе и вход.
Ментарий хорошо, ментарий еще. Пипинет. Ты тоже захвачен врасплох. Она уж видела пиздилку. Сдалека. Ой, мне бы туда, конечно. Ой, ой, я бы туда. Ладно. Ебать, не урон. Они сами справились. Ебать, у нас, наверное, проблема будет, кстати, с этим. С кем? С мозгом? Не с мозгом, блядь, перед он? Челиками. Перед челиком. Да, правильно, кидай, блядь. Очень важно было клетнуть по этой собачке, блядь, и ранговая атака нахуй. Чтобы в итоге еще и добить его мерично. Ни разу не уверкил его еще, блядь. У меня есть какая-то массовая штука? Есть. Здравствуйте, ребята. Во. Думаем. Подумали. Бля, у меня тупо слабость с девочками, которые вот далеко вот так вот прыгать могут. Это, блядь, лучше, что есть, например, у меня это... дальние прыжки. Надо было как дануть по нему, да, еще? Угу. Сука, я сейчас нахуй. Бля, подожди, у нас вообще по факту союзников же нету, блять. Сбор союзников. Ебать. Хуйня, меч императора. Раз, два, три, четыре. На четыре союзника всего, император. Пиздец. Ну, в квесте. Квест лаги сбор союзников. Ну что, ну хватит, я думаю. Сильно много союзники делали в первом прохождении. Ну там Эллен, блядь, решала, пиздец. Так а тут что, Эллен нет? Норм. А где остался последний? А вон стоит Чипин. Император так-то будет заряженный. Но я не знаю, блять, эти лиды, эти ебаные, блять. Меч император, вы не смотрите. I'll feel that one later. Кстати, если убить дракона, то там ачивка дается красная. Мне кажется, мы союзников не хватит, чтобы убить дракона. Наоборот, нас хватит, чтобы убить дракона. Можем попробовать. Союзники ничего не делали, нет? Умирали. Зевлар здесь нормально был. У меня прикол в том, что меня танковали, когда я эту ачивку делал туда. Что ты, блядь, ну давай. The brain is about to break. Free. We have no time to lose. We either shackle it by the force of our will and usher in a new age, or the city breaks. You have survived shadows, defied gods, and overcome many challenges to be here. For that, you will have to be much, much stronger. I don't doubt your conviction, but I'd be a fool to expect victory. The brain has grown incredibly powerful. Confronting it is madness, but there's no other way. If either of us falters, both of us die. Come, let's end this. А ты не мог бы нам какую-то стражу свою выделить стальную, блядь, в помощники, блядь, не по 150 хп?